Первая такая встреча прошла накануне в неформальной столице Урала, Екатеринбурге. Мэры двух городов обсудили перспективы сотрудничества. Затем Анатолий Пахомов провел пресс-конференцию для местных СМИ. По мнению Анатолия Пахомова, до жителей Екатеринбурга нужно донести информацию о новых возможностях Сочи, которые могут быть особенно интересны жителям промышленного региона. Сегодня в городе Сочи есть все. Есть все, что есть в мире для развлечений, есть все, что есть в мире для хорошего отдыха, есть все для того, чтобы поправить свое здоровье. Особенно это касается тех людей, которые действительно работают, очень сильно работают, но экология иногда требует того, чтобы обязательно раз в году они поправляли свое здоровье именно в Сочи. Как заявил Анатолий Пахомов, в Сочи большой опыт в плане архитектуры, строительства, логистики, социальной сферы. Мы готовы поделиться всем накопленным опытом и взаимодействовать. Конец цитаты. В составе сочинской делегации представители десятков здравниц, отелей и горнолыжных курортов. Они провели презентации своих компаний и для коллег, и для сотрудников крупных предприятий Екатеринбурга и области. Встретились с организациями, которые отвечают за выезд детей на каникулы.